Здравствуйте, друзья! Я главред сетевого издания «Руснews». Сегодня нашему изданию исполнилось 2 года. Но настроение у нас не праздничное в связи с тем, что происходит между Россией и Украиной. Я записал это видео формально. Мы не ждем никаких поздравлений. Хотя лучшее поздравление от вас – это помощь в распространении той информации, которую мы даем. Распространение по соцсетям, по вашим пабликам, по знакомым. Это нужно для того, чтобы больше людей знало, что на самом деле происходит в России и в мире, связанном с Россией. Очень хочется надеяться, что мы уже на том дне оказались все вместе. И падение еще ниже невозможно. И что дальше будет только подъем и рост. И что в нашей стране все наконец-то будет меняться. Мы будем строить новую Россию. Всем удачи. Спасибо вам за помощь.